кайф. Кайф, ребятки, когда есть на рынке бренд под названием «Кайф». А еще, когда как-то к этому привязан и Моргенштерн. Я не буду, наверное, рассказывать вам всю историю про кайф табака. Я не буду этого рассказывать. Потому что маркетологи об этом уже позаботились. Все пестрит. Все показано. Всеми рассказано. Поэтому я лишь возьму, наверное, на себя часть рассказать свои ощущения о кайф табака. Я это все покурил. Что-то мне понравилось, что-то мне не понравилось. И готов вам сказать, так сказать, свою рецензию. Рецензию от Давы Дым на кайф табак. Что-то как-то прям слишком официально, да? Короче, ебать. Давайте так, смотрите, есть кайф табака. Ребятки очень долго все это мурыжили, крутили, что-то делали. По итогу у них свое производство, где они производятся сами. За это, конечно же, ебучий лайк. А, они сделали большие баночки, что, в принципе, может не радовать, потому что, типа, чем больше, тем пиздатее. Ты никуда от этого не денешься. Конечно, по ценнику бьет, но если все время париться за эти цены, за эту граммовку, то нахуя жить? Живем один раз, надо позволить. Перегнул. Давайте, наверное, начнем с дизайна. Дизайн банки не супер крутой, но он вот выполнен в таком хорошем стиле. Как бы средненький, его как бы видно, его видно за счет, так сказать, ярких цветов. И они вот прям вот хорошенечко выделяются. То у нас есть акциз, честный знак, прочее. Если мы открываем баночку, мы ничего в нем не увидим. Не увидим, что никаких брошюрок, никаких кодов, никаких промо нету. Но если мы заглянем чуть-чуть вовнутрь, то мы увидим, что ты этого не увидишь, но это вижу я, поэтому я изо всех сил, блядь, стараюсь тебе это передать. Поэтому просто поставь лайк и чекни любой коммент. И мы так плавненько переехали с дизайна, наверное, на сырье. По сырью я не скажу, что мне было супер удобно, супер по кайфу и вообще охуенно с ним работать, пока я его забивал в чашечке. Почему? Во-первых, липковат. Липковатый. Немного, вот знаете, пластилинит, но больше всего меня... Не знаю, кому как, ребят, кому как, кого это бесит, кого это не бесит, но он слишком влажный. В нем очень много сиропа. И когда ты с этим работаешь и забиваешь это не на фаннеле, а на пятидырой чашечке, то ты не успеваешь поставить чашку, грубо говоря, на кальян, если ты забиваешь отдельно от кальяна в чашку, то это начинает уже капать. Если у тебя хуёвые уплотнители, то это все потекет на блюдце. Поэтому это вот, наверное, то, что в скором времени ребята исправят. Почему? Потому что у них свое производство, они это могут сделать на раз-два. Просто на это нужно обратить внимание и, конечно же, собрать обратную информацию. Вечная проблема. Вот так пизжу, рассказываю и забываю, что вкус у меня выгорает. По параметрам курения, стоит ли вообще это покупать и стоит ли тратить на это деньги, ответ неоднозначный, потому что нет такого, что я скажу, и это никто не будет покупать. Это давным-давно так уже не работает, и вам это нужно понять, что только вы сами можете понять, курибельно для вас это или нет. Потому что, рассказывая про какие-то вкусы, про сырье, про то, как это курится, это все субъективно. И первое. Я лишь доношу только общую информацию. Второе. Эту общую информацию должен утвердить ты сам, это попробовав его самолично. На каких-то дегустациях, на каких-то конкурсах выиграть баночку, либо просто купить в магазине. Теперь давайте перейдем к брошюрочке «Кайф табака». Она тоже очень яркая, очень прикольная. Вот так примерно все это будет выглядеть. Давайте вначале вообще разберемся, что такое кайф. Нарисуй свой микс. Вот здесь есть такая, знаете, я вот когда первый раз это прочитал, я подумал, что где здесь бренд палитра? Табак кайф — это палитра... Вот вам и ответ.
сбалансированных вкусов. Наши табачные сомелье придумали для вас 8 приятных, интересных, сбалансированных вкусов. Как меня, сука, бесит, когда вот начинают сомелье и прочее. Блять, будьте проще, и люди к вам подтянутся. Благодаря Кайф Оригинал, которые являются самыми крепкими в линейке и имеют вкус натурально табачного листа, вы сможете регулировать крепость любого из наших табаков, добавляя Кайф Оригинал в свой любимый вкус. Что такое Кайф Оригинал? Я вам скажу. Вот. Это база, братан. База. И вот знаете, вот последняя строчка, она такая мотивирующая. Знаете, вот там ты смотришь и прям читаешь и мотивируешься. Миксуйте, экспериментируйте, регулируйте крепость, создавайте свой любимый вкус. Маленькая рекомендейшн раскрывается на чашке турки. Типа на фанелах идите нахуй. Высокая жаростойкость. Ну, как вы видите, у меня чашка начинает перегреваться. Я на самом деле по жаростойкости это не проверял. Поэтому средней жаростойки, без фанатизма курите, не надо его напрягать. Вот просто это же по кайфу должно быть, не напрягайте. База. Базу я тоже прокурил. База на самом деле очень хорошая. Очень хороший такой, вот знаете, бёрли вкус, но... Мне кажется, что он вот искусственно как-то вот подкреплен крепостью. И когда ты куришь базу на Берли Вирджинии, это немного как-то, блядь, странно, нахуй, знаете, блядь, это же не сигара, нахуй. Типа такого. Ну, ладно. Давайте немного пробежимся по рецензии по вкусам. А кумкват, жвачка, я ее сейчас курю, в принципе, вполне хорошо. Кто никогда не хавал кумкват, то для вас это прикольно. То есть мне лично понравилось, потому что я никогда его не хавал. А возможно и хавал, и возможно это какое-то альтернативное название чего-то мега популярного, которое продается просто в пятерке. Здесь у нас есть аромат ликера и бейлис. Я вам вот что скажу, что ликер, что бейлис. Что кофе с мятой и сейчас, что черный чай с бергамотом, это вот крайне вот посредственно для меня оказалось, и я вот прям вообще не заценил стараний сомелье в этих сбалансированных трех вкусах. Объясню почему. Бейлис очень-очень приторный, с привкусом прям дико ацетоновой алкашки, но без ацетонового привкуса алкашку просто в табаке не сделать. А черный чай с бергамотом и медом вообще крайне непонятный, очень-очень прям отдаленно от чая, но очень-очень приближенный к чему-то противному. Ну и, конечно же, тот самый вкус, на который я возлагал просто огромное, ебейшее, мощнейшее количество надежды, что я от него конкретно кайфану, это кофейный вкус со сладкой мятой. Почему он мне не понравился? Потому что когда только я его открыл, да, я вот так вот взял, вдохнул его. И меня, сука, перебросило нахуй во времена Альфакера, где, блядь, самые серьезные дядьки курили ебаный капучино, блядь. И я дал заднюю. Я его забил, покурил, и это был крайне ужасный опыт кофе со сладкой мятой. Вот если бы я вам я вам могу порекомендовать черный чай с бергамотом и медом покурить, вам может зайти. А могу также ликер Бейлис вам порекомендовать, да, там любителям это зайдет. Но кофейный вкус со сладкой мятой я не порекомендую никому. А вот то, что у меня здесь осталось, это лемонграсс с оттенком лайма. Это очень крутой, свежий, такой, знаете, пузырчатый вкус, как будто газированное что-то. А зеленый чай и земляника, это тоже. Зеленый чай есть, очень отдает почему-то матчей, но земляничка все решает. Тоже можно с удовольствием покурить. Кумкват и свежая жвачка, я говорил. Ну и черная смородина с кустов. То есть такое, ну, блядь, название, конечно, слишком, блядь, перемудренное. Но вкус смородины, в принципе, окей получился. И натуральный табачный лист, это очень-очень круто. Я про него вам тоже уже, в принципе, рассказывал. Табаку 7 баллов. Вот реально, 7 баллов из 10. А где же 3 балла, блядь, да, ебаный в рот. Вот, нахуй, 3 балла. Вот эти вкусы, они, в принципе, минусанули 3 балла от общей
блядь, концепции всего продукта. Он интересный, он красивый, это кайф, кайф провинанс, там я там не был, не хавал, сказать нечего. Но в целом курить можно. По крепости не сказать, что супер крепко, но достаточно, чтобы покурить. То есть и не убиваться, и не гонять воздух. А вот именно покурить вполне достаточно. Поэтому это кайф табака, это дава дым.